Всем привет! Сегодня я со своим мужем Никитой будем снимать Whisper Challenge, шептательный челлендж или читай по моим губам челлендж. Короче говоря, я не знаю точно, как его перевести на русский язык. Пришел он к нам из далекой Америки. И его суть заключается в том, что, по крайней мере, так будем делать мы. Каждый из нас написал 10 каких-то абсолютно рандомных фраз на бумажке. Каждый потом будет по очереди вытягивать бумажку, читать то, что написано на этой бумажке другому человеку, пока он в наушниках слушает музыку и ничего не слышит. То есть его задача по губам прочитать, вернее, не прочитать, а угадать, что сказал оппонент. Да, при этом находясь в наушниках. Короче говоря, я думаю, мы полным позором вообще закончим этот челлендж. Посмотрим, а в наушниках еще должна музыка играть. Ну, понятно, да, в этом смысл. Совершенно не слышать, о чем идет речь. Короче, я боюсь доставать эти бумажки. Что? Давай, кто первый? Ага. Да что такое? Это единый разум называется женатиков. Я первая. Одевай наушники. Сейчас какая-то жесть у меня получится. Счастье – это всего лишь хорошее здоровье и плохая память. Счастье – шар. Это. Сначала. Счастье. Это всего лишь. Счастье. Это. Один раз. Хорошее здоровье. Хорошее. Счастье. Что-то один раз в жизни. И. На счастье. Уже проехали счастье. И. Плохая память. Папа. Что у тебя получилось? Счастье, что ты один раз в жизни, и папа нам еще плечом-то тоже. Оригинальная фраза. Счастье – это всего лишь хорошее здоровье и плохая память. Это твоя фраза. Да, моя фраза. Не забавно. Семья. Отлично. Это когда по звуку угадываешь, кто в туалете. Давай по словам. Да. Семья. Это когда. Один. Не. Семья. Это. Чем больше жестикулируешь, тем меньше понятно. Хорошо. Семья. Земля. Семья. Нет? Первое слово. Семья. Семья. Семья, да. Это когда? Это. Когда? Ровно. Я больше по движениям угадываю. О. Это моя фраза. Семья это когда... По звуку, угадывай, что сидит в туалете, это моя фраза. Так нечестно. У меня очередь, надо отомстить. 1-0, хороший счет. Это моя фраза. Твоя фраза? Да. О, блин. Натуральная. Натуральное. Ура! Золотистое. Золотистое. Золо.
Тистая. Это очень длинное слово. Золотистая. Золотистая. Счастье. Нет? Почти. Блондинка. Блондинка. Сначала. Первое слово. Первое слово. Да, первое слово. Натуральная. Дурак. Золотистая. 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 Капец. Сложная фраза. Это точно. Это, кстати, Сандра, мы чистое сокровище. Я вбила книги онлайн, взяла какое-то первое произведение, оттуда списала эту фразу. Еще раз, даю тебе последний шанс. Сначала. Последняя попытка? Да. А, блин. Натуральная. Натуральная. Ананас. Золотистая. Ананас. Почему-то у меня, видимо, все фразы получаются, что не говори ананас. Блондинка. 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 С аппетитной. 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 Сытая блондинка. Еще обритая блондинка. Тоже неплохо. Снимай. У тебя вообще нет шансов. Про ананас мне понравилось больше всего. Фраза на самом деле сложная. Натуральная золотистая блондинка с аппетитной и совершенно неспортивной фигурой. Это очень сложно угадать. Ну да. Полбалла тебе можно за блондинку. Так, тут у тебя есть все шансы. Короткая фразочка. Гоп-стоп. Гоп-стоп. Гоп. Почти. Гоп. 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 Стоп. Стоп. А, это моя фраза. Гоп-стоп, юперсуте, да? Нет. Нет? На-на-на. Гоп-стоп. На-на-на. А, на-на-на. О, класс. Так нечестно. Так нечестно. Ты как-то, видно, мои зажала там все карты в одну просто большую плотную такую. Ну так я же вытягиваю твои. Да, может ты специально так? Секрет экономии. Ходите, ходите в магазин сытым. Сложная игра. Я же говорила, мы просто облажаемся. Если бы Никита не вытягивал мои бумажки, я бы ни одно не отгадала. Это, видно, моя фраза. Да. 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 Ага. Секрет. Да. Напряжем память. Секрет. Счастье. Экономии. Измеряется что-то. Нет? Нет. Секрет. Экономии. О, может про тещу? Нет? Там была одна протёща фраза. А ты так и хочешь, чтобы я её вытянула, да? Там, видимо, секретное послание для тёщи. Нет. Секрет экономии. Секрет. Счастье, вот это. Ладно, проехали. Следующее слово, второе. Экономии. Стоит. Нет. Счастье, хорошо. Стоит. Третье. Третье слово. Ходить. 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 Уходим куда-то. Супермаркет. Я такое написал? Нет, вряд ли. Это твоя фраза. Секрет экономии. Ходите в супермаркет с этим. Я тебе супермаркет пыталась по слогам сказать. А ты же умничаешь. Да. Я столько все время твои утягиваю. Со своим жалким половиной балла надо выигрывать. Конечно. Семи, помоги мне. Помоги мне. Семик. Давай. Семик, поучаствуй тут последним. Это? Это? С
Самый. Шапка. Самый. Счастье. Близко, да. Самый. Самый. Сабля. Чуть-чуть. Са, да, первое? Са. Са. Мы. Сами. Да, да, Сэмми, подлизывайся, не подлизывайся, все равно сложно. Самый. Сами. Самый. 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 Это самый. Счастливый. 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 Счастливый, класс. Что-то я такое уже угадывала, нет? День. Это самый счастливый. А, тут было, это самые сложные 4 дня, там что-то. А это самый любимый. Самый счастливый. В жизни? Счастливый. Любовь. Это. Один. Первое слово. Первое слово. Это. Это. Самый. Это самый. Счастливый, счастливый. Счастливый. День. 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 В. В. Моей. Моей. Моей жизни. Моей жизни. Да. Опа, я угадала, Сэмми, мы угадали, мы угадали. Ура! Ура! Надо было с Сёмкой играть втроём. Да, с Сёмкой, Сёмка бы всё угадала. Да. Ну вот и все, ребята, вы понаблюдали за нашим позором, надеюсь, вам понравилось. Если так и было, обязательно ставьте пальцы вверх. Таким образом мы будем знать, что можно продолжать с челленджами, что вам это интересно. Мне было безумно весело, это было намного сложнее, чем я думала, но очень-очень так поднимает настроение и такой веселый тег. Поэтому увидимся с вами в следующих видео. Оставляйте комментарии, в общем-то, делитесь... какими-то предложениями, может. А, делитесь какими-то предложениями, что нам сделать в следующий раз. Да. И надеюсь, что увидимся с вами в следующем видео со следующим тегом. Пока! Пока-пока!